Всем привет, с вами я, Роман, и сегодня у нас будет продолжение сборки, точнее уже завершение сборки нашей модели бронеавтомобиля Кубус в масштабе 1.35 от фирмы Мираж. В прошлой части я сделал окраску, сделал небольшую подсборку. Сейчас, когда все вот высохло, более-менее вот приняло свой вид, я покажу вам, что получилось. Ну, в общем, видим, как это все выглядит. Конечно, уже не так ушлепки, как это выглядело тогда. То есть, я не знаю, ли краска устоялась, такой эффект получился, или что. В общем, я постараюсь эту модель сейчас в этой серии поработать на ней с маслом, а уже в следующей серии будет работа с пигментами. Следующая серия, наверное, будет конечная, последняя, восьмая по счету. То есть, в принципе, я рассчитывал уложиться в 10 серий, я укладываюсь в 8. Честно, я хочу уже побыстрее закончить с этой моделью и больше с ней не заморачиваться. А потом в дальнейшем я вам покажу, что у меня получилось с самодельной диорамкой, ну, с подставкой под диораму, вот, на которой будет стоять этот кубус. Опять же, пулемет, сам броневик, и вот этот вот пулемет, который здесь торчит, я ставить не буду. Не вижу в этом смысла. В общем, будет стоять вот такой вот кубус с открытыми люками, и все. Просто кусок территории, бронемашина и больше ничего. Ни фигурок, ничего либо подобного. В общем, я постараюсь каким-то чудом завершить эту модель. В этой серии нам понадобится куча кисточек White Spirit. Ну, тут бутылочка из-под разбавителя номер один. Кстати, неплохой разбавитель. Но мне, честно, больше нравится чистый White Spirit фирмы Вика. Вот в плане работы с вот этими масляными красками это просто вообще замечательная вещь. В общем, нам понадобится вот такая вот масло фирмы Sonnet. Это охра золотистая. Это для масляных пятен на модели. Также для них, для этих, ну как, масляные точки, понадобится вот этот цвет, умбражженная, ну короче, проще говоря, желтая, коричневая, черная, белая краска. Вот, сажа газовая, вот, отличная краска, я ее буду использовать как для основной смывки. Вот, ну и понадобится вот такой вот белый цвет, это, как оно-то называется, титановый белый или как? А белила титановые. Ну, в общем, короче, вот то, что нам будет необходимо. Итак, сейчас будет коротенькая пауза. И, в принципе, мы продолжим. Хотя, наверное, ну да, будет коротенькая пауза, и мы продолжим. Итак, мы продолжаем и, пожалуй, начнем весь наш процесс с самого логического, это со смывки. Нам понадобится вот эта вот краска для основной смывки, черная, в принципе, тут будет самая уместная. Вот это вот газовая сажа. Итак, нам понадобится куча кисточек. Тут, конечно, в кисточках происходит полный бардак. Ну, я думаю, сейчас мы что-то сообразим. Итак, я, честно, все пропорции делаю на глаз. Так что можете, в принципе, начинать уже критиковать, но как бы я делаю по-своему, и я надеюсь, кому-то это может будет как-то чем-то полезным. Итак, вот она, наша палитра. Берем примерно вот столько черной краски. Берем наш шприц без иглы. Открываем White Spirit. Нет, по вене мы его пускать не будем, предвосхищая вопрос особо остроумных товарищей моделистов. Ну вот мы сделаем вот так. Сейчас, может, еще чуть-чуть добавлю. Ну, в общем, твою мать, разлил. Ну, чтобы вы понимали, где-то вот так вот, ну, где-то там на 5 миллилитров мы добавляем туда White Spirit, на вот это все. В принципе, больше нам и не надо, хотя сейчас посмотрим по консистенции, потому что, честно, я уже 100 лет не делал смывку, и я не знаю, что из этого всего получится. Итак, размешиваем. Нам сейчас понадобится какой-нибудь кусочек картона или прочей пористой бумаги. Есть у меня такие кусочки. Итак, вот он. Берем на него, наносим. И видим, ну, получается слишком темная.
Конечно, в многих случаях удобнее брать white spirit, набирать кисточкой, но, честно, это долго, я не хочу растягивать хронометраж, мне проще вот так. Так, добавляем еще 2 единицы white spirit. Еще раз размешиваем. Видим, у нас уже больше получилось конечного продукта нашей смывки. Блин, жалко. Хэмбраловская кисточка уже все доживает свои последние разы. Потом придется менять. К сожалению, нигде их купить у меня не получается. Вот, видим. Вот эта смывка нам подходит гораздо больше. Так, теперь мы берем вот такую вот кисточку. Это, видим, единичка. Вот, и попытаемся ею нанести смывку так, чтобы потом ее особо не размывать. Смывку я буду наносить чисто на некоторые части двигателя, наверх корпуса, ну, на внутрянку я не вижу смысла. Так, кстати, у нас лючок отпадает, тут надо будет его приклеить. Итак, начинаем. Я замазываю тут полностью все. Я вам потом покажу, для чего я это все замазываю. То есть мне сейчас не будут это отдельно проливать, все вот эти швы, всю вот эту хренотень. То есть я просто наношу целиком на корпус. Это делается для того, чтобы потом отдельно не делать какие-то следы, эффекты потеков и прочего. Вот именно, ну, скажем так, чуть-чуть подрастушевав салфеточкой, получить нужный результат в конечном итоге. То есть это просто экономия времени. Плюс, опять же, чуть-чуть притемнить модель. То есть, видим, она чуть притемняется и смотрится уже гораздо-гораздо поинтереснее. Хотя, опять же, это мое субъективное мнение. Я не претендую на, скажем так, стену в последней инстанции. Вот, кстати, еще есть один маленький прикол, что для, вот если вы работаете клеем от фирмы Modelist, либо клеем от фирмы Звезда, я заметил, вот есть такая хрень, при нанесении white spirit клей этот, он растворяется. То есть, если вы что-то склеили неровно, white spirit вам в помощь. Он, в принципе, пластик не расплавит, но, скажем так, клей-то он разъест. Вот. Кстати, по поводу той же самой звезды, расскажу вам такую неприятную историю, недавно со мной приключилась. В общем, начал я собирать звездовский Урал. У меня их два, чтобы вы понимали. Один пойдет на... Звезда вообще дает Урал 4320-021, это поздний. Он идет чуть с более длинной мордой, без жалюзей на боковинах капота и так далее. Ну, там очень много отличий. Залезьте в интернет, посмотрите, сами все узнаете. А потом, если что, при обзоре Урала покажу все это. Так вот, я купил два этих Урала. Один же чисто для сборки из коробки, то есть в том варианте, в котором дает звезда. Второй для того, чтобы переделать в 4320 ранний. У меня там есть остатки, по сути, трампетеровского набора. Вот, ну и решил я вот так вот заморочиться. В общем, склеиваю я этот Урал, ставлю его, вот, ну, ставлю на колеса, раму, все, то есть уже готов к покраске практически. И я вижу, что у меня на среднем мосту, не помню, или правый, или... Короче, у меня, получается, ровно стоит только задний мост, на среднем мосту одно колесо стоит ровно, на переднем мосту стоит ровно еще одно колесо. Два колеса до земли не достают, причем не достают существенно, там миллиметра по полтора, по два. Я пытаюсь разобрать, разбираю эту модель, опять начинаю ее собирать, ни хрена не получается, все становится четко на свои места. То есть там в плане собираемости модель просто идеальная, скажу сразу, но я ставлю все на свои места, оно все стоит криво-косо, то есть, ну, все равно мосты стоят как-то по-козлячьему. Я звоню товарищу, который недавно собирал такого же Урала, описываю симптомы, и он говорит, да у меня, в принципе, та же самая херня. Типа, не заморачивайся, ставь как есть и все. Ну, я же думаю, я прохаванный чувак, я снимаю с него колеса там, ну, оставляю чисто вот эти диски, приклеиваю их скотчем вот к вот этому столу, начинаю прогревать феном, и у меня, извините за мат, к чертям ко всем, к ебеням, начинает плавиться рама. Я прогревал ее обычным феном для волос. Меня это, честно, немножко подвыкуморило. То есть просто испорчена рама, это испорченная модель. Я ж беру, как положено,
кусочек литничка, монтажный фен, начинаю нагревать. И вот что я заметил насчет звездовского пластика. При том, насколько изумительно они сделали модель, но они все равно провтыкали эти мосты, плюс непонятного пластика отлили. Короче, на температуре 40 градусов литник даже не начал размягчаться. Когда я на монтажном фене выставил 50 градусов, пластик просто начал течь. То есть вот, это, блин, я считаю, это очень жесткий косяк, это минус одна целая модель. Честно, я очень положительно отношусь к новой продукции звезды, но, блин, ребята, как вы умудрились так обосраться с этим пластиком, я просто не пойму. С вот этим вот косяком с рамой, вот как, я не знаю, блин, вот просто это... О, это в моей голове не укладывается. Вот, так что, кто будет собирать Урал, ну, будьте... осторожно, есть возможность заполучить вот такой вот нюанс. Итак, я, видим, нанес смывку на корпус, пусть она подсыхает. Я пока тут нанесу смывочку на наш гранатомет, вот этот вот, который тут устанавливается. Так, вот эти дофига смывки останется просто ненужной. Ну ладно, сейчас найдем какую-нибудь баночку, перельем, может потом нам пригодится на других моделях. Ну вот, и наношу на него смывку. Видим, как... Не знаю. Ладно, камера не хочет фокусироваться. В общем, не буду я засирать хронометраж ролика вот этой херней. Ну и немножко нанесу смывки на коробку передач, на вот такие мелкие моменты. В принципе, больше здесь я не думаю куда-то смывку наносить, тем более на внутренних поверхностях. Я даже не думаю ее растушевывать, тем более здесь все будет в пыли, поэтому я от смывки тут не вижу ни малейшего какого-либо положительного смысла. Итак, я все это сейчас оставляю для того, чтобы оно чуть-чуть просохло. Сейчас будет коротенькая пауза, и мы продолжим. Я вам покажу, как излишки этой смывочки нам отсюда убрать. Не отключайтесь. Итак, продолжаем. Наша смывка чуть подхватилась, именно настолько, насколько мне это нужно. И сейчас я попробую ее немножечко растушевать. Видим, уже поверхность не сильно глянцевая стала. И сейчас я беру обычную просто сухую кисточку и делаю вот так. А, видим, это происходит только размазывание. Значит, наверное, все-таки придется не сухую кисточку брать, придется ее чуть-чуть смочить в white спирите. Так, берем White Spirit и сейчас салфетку, чтобы промокнуть. Так, ну, видим, некий результат есть, но мне не совсем устраивает. Сделаем по-другому сейчас. Это все, конечно, будет весело, но сейчас попробуем взять сухую салфетку. И вот, вот это вот примерно то, чего я добивался. Видим некий такой эффект типа черных потеков присутствует. Так, сейчас... Надо еще чуть-чуть подрастушевать. Видим, как это делается. И вот таким вот. Рядом с колесами надо очень аккуратно, чтобы поставить как можно больше их. Ну, в общем, видим примерный результат. В общем, я вот сейчас таким образом, вот видим, как оно выглядит у нас здесь со смывкой, как оно у нас выглядит здесь. То есть видим, аккуратно все это стушевано вниз. Сейчас я сниму всю смывку с вот этих вот поверхностей, и мы, в принципе, с вами продолжим. Не отключайтесь. Итак, продолжаем. Ну, в общем, наша модель даже немножечко уже успела обсохнуть от White Spirit. Сейчас она выглядит вот так вот. Вот, видим, некие имитации потеков здесь черных есть. В принципе, я думаю, это нормально. Ну, нормально будет сделать эту модель довольно запыленной. Фиг с ним, что она как бы, ну,
участвовала в городских боях, все равно там пыль, там грязь, там куча пороховых газов, прочее, все это оседает на корпусе. В общем, кто хоть когда-нибудь видел, что происходит на улицах города после городских боев, когда вот это вот копотью все там затянуто и прочее, тут, я думаю, поймет, вот почему модель сделана именно такой. Сейчас я хочу чуть-чуть повозиться с эффектом масляных точек. Для этого мне понадобится, вот они, три краски. Вот, точнее даже 4, потому что из чистой белой я проходиться не буду, там будет светло-серая. Так, сейчас я попытаюсь раскрыть. У меня тут на тюбике оторвало колпачок, поэтому приходится действовать вот таким вот образом. А, блин, так у меня масло еще и засохло. Капец. Вот это сейчас будет реальная беда-печаль. Действительно, масляная краска у меня засохла. Ну-ка, с обратной стороны. Не хочу я с обратной стороны рисковать, портить тюбик. Так, попробуем так его как-то расковырять. Вот там что-то даже есть. Сейчас я попытаюсь чуть-чуть выдавить. Оп. В принципе, больше вот такого вот нам не надо будет на этой модели. Так, наносим это сюда. Так, одеваем крышечку. Приматываем все это говнецо назад. Ну, в общем, надо где-то искать крышечку для тюбика. Так, сюда же берем чуть-чуть черного цвета. Его берем вообще кропаль-кропаль, то есть, чтобы у нас получился светло-серый цвет. Вот, видим, как, что у нас получается из белого. Вот такой вот оттенок. Так, закрываем черную краску. Она нам уже сегодня больше, в принципе, я думаю, не понадобится. Так. Угу. Берем кисточку какую-нибудь другую. Желательно тонкую. Блин, такой бардак в кистях. Надо навести тут порядок как-нибудь. Ну вот она, коричневая кисточка. Берем ее и сюда вот ложим чуть-чуть коричневой краски. Вот. И, наверное, вот сюда вот мы положим в третье отделение, положим чуть-чуть коричневого, не чисто коричневого, но и вперемешку с желтой. Чисто желтых, я думаю, там следов каких-то не может быть. Там, скорее всего, что-то такое типа темно-песочного, либо светло-коричневого. Итак, берем вот, вот так вот. Все равно темноватое получается. Берем еще чуть-чуть. Ну, вот ближе к теме. Я думаю, вам на камеру это все видно. Так. Ну что ж, начинаем нашу небольшую художественную, скажем так, не знаю, каким цензурным словом это нужно обозвать. В общем, художественную возьмем, берем вот этот вот коричневый цвет и делаем маленькие точечки. И видим, какой у нас получается вот на первозданном этапе эффект в этих вот местах, тут где пыль могла оседать, тут можно их чуть больше сделать. И вот тут внизу, я думаю, также. В общем, я сейчас на одной бочине вам покажу, как мы их нанесем. А потом на второй бочине я это уже сделаю не на камеру. Итак, вот взяли первую краску. Теперь берем темно-коричневый цвет и добавляем пару-тройку мелких вот таких вот моментов. Так. Берем последнюю кисточку и
Наносим такие же светло-серые, причем их стараемся сделать повыше где-то. Вот. На низах они должны быть чуть потемнее, повыше посветлее. Наносим вот такие вот следы. Сейчас я сделаю эти точки, нанесу на всю модель. И мы, наверное, с вами продолжим. Не отключайтесь. Итак, продолжаем. В общем, нанес я вот эти вот точечки масляные по модели. Видимо, у нас такая разноцветная стала, прикольная. И сейчас я на небольшом кусочке покажу, как я их буду удалять, что из этого получится, зачем. Потом все это сделаю не на камеру, для того, чтобы не растягивать хронометраж. Итак, берем вот white spirit наш. Берем две кисточки. Нам понадобится вот такая вот круглая и плоская. Итак, круглую макаем, обтираем об салфетку и делаем следующее движение. Вот я вам показываю. Это, по-моему, ну, как скажем, технология, которая уже дофига где и дофига кем показывалась. Видим, то есть у нас за счет этого масла создается, ну, неравномерность цвета вот такая вот. Ну, в принципе, скажем так, довольно часто многие моделисты опытные этим пользуются. Вот в вот этих вот местах нам понадобится вот где низ, где плоскости, там для того, чтобы создать вот эту неравномерность цвета, нам понадобится плоская кисточка. Вот я сейчас на вот этой вот поверхности вам покажу, как я хочу это сделать. Это, не знаю, будет вам видно на камеру, не будет. Здесь то же самое, то есть вот вот такой вот эффект получается, видим. Вот. В общем, сейчас я вот это вот все сделаю не на камеру. Покажу вам готовый результат. И, пожалуй, мы будем подзаканчивать. В общем, сейчас не отключайтесь. Скоро будет продолжение. Итак, ну что, завершающий кусок нашего видео. Видим, что у нас получилось. Вот видим здесь вот неравномерность цвета, то есть присутствуют желтые, рыжие, белые вот такие разводы на модели, как будто вот следы потеков. Вот видим, спереди они тут есть. Вот, в общем, все это вот так вот у нас выглядит. Ой, чуть не уронил модель. Неудобно она в руках лежит, короче, не за что взяться. В общем, это все выглядит примерно вот так вот. Видим, на модели, в принципе, уже почти обсох white spirit, кроме передка. Передок делался в последнюю очередь, видим, как он получился. Также, вот, видим, после смывки видны все наши вот эти вот следы попаданий в корпус. Также, вот, видим, кое-где вот эти вот низа получилось чуть-чуть подзагрязнить, но это не забудут отдельно грязниться уже пигментом. В общем, в принципе, на сегодня это все. Модель до завтра, скорее всего, до послезавтра, она обсыхает от white spirit. Я ее не на камеру вскрываю матовым лаком. Лак удаю где-то 12 часов на просушку. И потом вам покажу уже работу с пигментами, окончательную сборку, то есть поприклеиваю вот эту мелочевку, чтобы отпадала. Соединю верх корпуса с низом, и в принципе на этом эпопея с кубусом будет заканчиваться. Следующая серия будет финальной, я очень на это надеюсь. И надеюсь, она выйдет в ближайшее время, потому что даже находясь в отпуске, все равно на модели время не всегда находится. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео, вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки есть внизу в описании под роликом. Также, если вам будет интересно пообщаться по поводу вопросов моделизма,
пишите на мою страничку ВК. Страничка открыта, ее можно найти в разделе администрация в нашей группе ВКонтакте. На этом будем заканчивать. Всем удачи, всем пока.